На 9-й традиционный юношеский турнир по боксу «Кубок дружбы и памяти Вячеслава Васильковского» собралось рекордное количество участников. 213 спортсменов со всей России, 48 весовых категорий и 7 возрастных групп. В пятницу прошло торжественное открытие турнира. Встречаем виновников мероприятия, участников 9-го традиционного юношеского турнира по боксу «Кубок дружбы», командующему парадом вести парад. Рефери Андрей Никуленко постоянно бывает на соревнованиях по боксу. Он отмечает, что подготовка спортсменов с каждым годом выходит на новый уровень, как больших городов, так и региональных. Турнир сильный, приехало очень много боксеров сильных из Москвы, Торпедо, ЦСКА, Мособласть, ну и наши региональные города. Хорошие результаты показывают не только мальчики. Принимали участие и девушки. Жительница города Твери Анастасия Алексеева занимается боксом около 2 лет. За ее плечами участие в 4 турнирах и 2-я победа. Но на этом спортсменка останавливаться не собирается. Ведь она не зря выбрала именно этот вид спорта. Это очень интересный вид спорта. Он воспитывает характер человека. Поэтому, наверное, выбрали. Итоговые спарринги за 1-е и 2-е место проходили в воскресенье. 16 октября также прошло закрытие турнира. Все призеры были награждены медалями, дипломами, кубками и вымпелами.